Доброго времени суток. Наступила осень, октябрь месяц, самое начало. И вот прогуляемся и посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас растут шампиньоны. Здесь и здесь. Вот тут у нас виноградники. А вот тут у нас шампиньоны. Ну, в принципе, большого открытия нету в том, что где-то у кого-то растут шампиньоны. Но вот здесь я встретил такое, что меня удивило. Все вы хорошо знаете и слышали такое выражение, как ведьмин круг. Но вот это ведьмин круг, обычно говорят, что именно мухоморы образуют ведьминые круги или растут ведьмиными кругами. Один из показателей того, что это мухоморы. Они всегда образуют вот такой ведьмин круг. Ну, скорее всего, так связано как-то с радиальным ростом. Именно вот их мицелия или грибницы. А здесь мы наблюдаем такой же ведьмин круг, только это шампиньоны. И вот я сейчас становлюсь вот в центр и буду просто оборачиваться вокруг своей оси. И вот смотрите, не меняя положение телефона, вот мы наблюдаем вот такой вот ведьмин круг. Вот сделал 360 градусов. Вот они. Впервые я такое вижу, никогда я не думал, что шампиньоны могут расти таким вот образом. Масяня тоже заинтересовалась таким моментом. А вообще шампиньонов здесь много. Может быть, это связано с тем, что здесь периодически и регулярно выпасали лошадь. Здесь, например. Вот, если пройдем туда вот дальше, за теплицу, там тоже такое место, где, ну, из года в год на одном и том же месте постоянно растут шампиньоны. Это дико растущий шампиньон. Там не производилась какая-то посадка искусственная. Вот, а то же самое в этом месте. Ну, регулярно, как по часам. В это время здесь вырастают шампиньоны. Сейчас попробую пройтись еще дальше, посмотреть, есть ли еще где-то в тех местах, где лошадь не выпасалась. Вот мы прогулялись почти до конца вот этого места. Вот там видим масяню. Больше шампиньонов нигде нету. Скорее всего, что именно причинно-следственная связь размножения шампиньонов может быть в том, что там выпасалась целое лето лошадь, и это следы лошади, жизнедеятельности лошадиной. Так, вот тут вот это ориентир, где наше поле. Так. И тут идем дальше. Дальше тут у нас дубочки. Вот. И, ну и все. В общем, вот такое повествование. Даже не поленился я вот это поснимать. Удивительная штука. Рост шампиньонов ведьминым кругом. В принципе, много грибов имеет такое свойство. Просто, возможно, радиус роста отличается. Вот, например, белые грибы, кто собирал в Карпатах, тот точно знает, что если вот нашел гриб и правильно попасть именно вот этот радиус, то обязательно хождение по кругу дадут очень хороший результат. Именно вот по кругу. Но у белых грибов радиус может быть намного больше. Это
там даже до 10-20 метров. Вот в этом радиусе обязательно можно насобирать просто огромное количество грибов. В Карпатах именно вот так вот оно и происходит. Так что до следующих встреч. Идите проверьте у себя. Может быть, у вас там где-то какие-то ведьмины, круги шампиньонов или что-то другого. А с вами был Макс Салер на канале Funny Mushroom School.